еще, чтобы оставалось что-то продать. Поэтому продаю там по 10%, условно говоря. Вот. Долями, частями. Ну и будет обидно, да, если он там до 9 дойдет и погаснет нафиг. Ну, тогда, значит, ну, скажем так, останусь при своих вообще, честно говоря. Больше ничего я не заработаю, как бы. При каких своих, при мамкиных. А у нас нет такого понятия, как мои, мамкины. Мать вообще мне сказала: Сереж, это деньги твои. Она так сказала. Это деньги твои. На что я ей возразил. Я говорю: нет, мама, это не мои деньги, это наши деньги. Ну, видишь, вот я тебе говорю дословно, как у нас был разговор. Не то, что ты пишешь, это то, что ты пишешь, это ты пишешь. А вот как был разговор. Она говорит: это твои деньги, Сереж, это твои деньги. Я говорю: это наши деньги, а не мои, наши. И еще раз говорю, у меня нет сомнений в том, что я отдам. Другое дело, у меня большие сомнения в том, а я вообще выкарабкаюсь, вот отдать-то я дам, а мне-то что дальше? Ну, то есть, вот отдал я, а что сверху-то, а что? Ну, то есть, что мне, будет что-то вообще или нет? Или я просто отдам, и, как говорится, как сидел на эту крипту смотрел, так и буду на нее смотреть дальше. Как она падает уже. Не знаю. Видите, я говорю абсолютно честно. Не знаю.